Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя министра обороны, начальника Генштаба Вооруженных сил Казахстана. Мурат Бектанов доложил главе государства о состоянии боевой готовности подразделений и проводимой работе, касающейся реализации планов по обороне страны. Президент указал на необходимость усиления анализа возможных военных угроз, разработки концептуальных подходов к дальнейшему укреплению казахстанской армии. Мурат Бектанов проинформировал Касым-Жомарта Токаева о стратегических командно-штабных учениях «Айбалта-2019». Они проходят в эти дни. Глава государства акцентировал внимание также на повышении уровня воинской дисциплины и обеспечении безопасности проводимых учений.